Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Обратите свое пристальное внимание, что творит наш экипаж. Ну, во-первых, посмотрите облака, если вам видно, они ниже нас. То есть мы сейчас находимся в равнинной волне на высоте 4300 метров. Ну вот, собственно, волну вам и видно, вот она, видите? И волну дают горки смешные, которая находится рядом с нашим аэродромом Курман на расстоянии, ну, сейчас километров 20, это какой-то энный отскок волны. И фокус в том, что ветер сильно растет с высотой, а к востоку от к югу от аэродрома доходит до 100 км в час. И вот сейчас мы в настоящей равнинной волне, практически равнинной. То есть источник есть какой-то, но низенький, там горочка 100-метровая, склончики. Ну вот мы набрали, и, пожалуйста, вот так вот. Балдеем. У нас вот, ну, волна уже почти кончилась. Вот здесь запретная зона. Мы сбоку от нее набираем, потому что там низко нельзя. Ну и, собственно, наша цель сейчас долететь до Кучевочки. Я думаю, что сейчас мы вдоль на ветреной кромочке облаков еще поиграемся, потому что в такой ветер, как правило, облака еще работают как такой источник энергии достаточно хороший. Сейчас наберем, возьмем облачко получше, чтобы запреточку не вылетать. Вот это вот. Вот это будет наша цель. И потихонечку к нему летим. Ну и вот, собственно, вот оно, тело волны видно. Можно в бок улететь к нему. Ну, я думаю, мы сейчас до облаков, потом, может быть, вдоль этой всей конструкции рванем куда-нибудь, куда глаза глядят. Ну вот, вот так, так сказать, главное что? Главное верить. Наши немецкие друзья сегодня свернулись и не полетели. Но Рома был настойчив. Рома, покажи, как ты был настойчив. Рома, уважаемым. Слева камера. Помаши ручкой. Видите, Рома машет ручкой и летит к облаку. Бери ручку. Давай, 150 км в час, 160, и шпарим. Вот, а ваш покорный слуга, веселый, довольный, слушает музыку, сейчас погромче сделает. Музыка у нас хорошая. Вон она волна. Пара-па-пам-па-пам-пам. Сейчас мы выйдем из запретной зоны, но мы, собственно, уже вышли. И попробуем залезть тысяч на 6-7. Парам-пам-парам-пам-парам-пам. Вот такой хороший день. Вот такой хороший день, вот такое хорошее предновогоднее настроение. С наступающим Новым годом! Всего вам доброго, глубокоуважаемые любители планерного спорта. Аривал! Эй! Та-т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 а